почему я не давала ему есть сладкое, сколько он хотел? А я был так суров с ребенком. Смотрел эти скучные новости вместо того, чтобы играть с ним. Уважаемые, глубоко мной любимые товарищи депутаты. Вся страна в едином порыве. Да пропади они пропадом, эти новости! Канала. Дадим его игрушки. Съедим его конфеты. Откопаем припрятанные им косточки. Выбросим его матрасик, а на его место поставим фикус. Если бублик нет, значит нет.